по колено в говне. Это чё, половин туловища, что ли? Неле, вернись сейчас же. Ты несешь с собой тень. Охереть. Погоди, это же этот. Это же эта тварь за... Эта тварь за мной гонялась. Привет, я тварь. Я гонялась за Артуром. Кто тебя так расчекрыжил-то, а? Смотри, напополам еще руку. Давайте соберем. Да блин, шо ж ты? Да хер с тобой. Так, и чё? Чё? Во. Настойку опиума. Всё, что ли? А чё, зачем я сюда ходил-то? Я больше проходов там и не видел. Так, мелкие порезы. Кровь пульсирует, руки трясутся. Я бы вообще крышей пошел бы. Так, сейчас, похоже, мне надо будет прятаться. Это, по-моему, предсказуемо. Закрой, сука. Давай, братюнь. Давай, все. Сидим, отдыхаем. Я знал, что так будет. Это что за херь? Блять, не надо. Не надо, дяденька. Так, тихо, спокойно. Смотрим в угол. Никого не замечаем. Почему я вечно так встреваю? Ага, блять, как страшно. Тихо, уходи давай, уходи. Кто бы ты там ни был. Это ты порвал этого моего дружка напополам. Вернее, разрезал чем-то похоже. Ушел, нет? Блять, стрёмное место-то какое, надо выбираться отсюда, чертуй. Блин, просто надо выбираться отсюда. Че он там, проломил решетку, похоже? Да. Проломил. Блять, ну что ж такое? А, сука! Еще тебя не хватало, блять. И так сейчас обосрать полную уже. Ну чё? Спокойнее? Бля, да что ж такое?
Так, давай, давай. Давай, тебя там уже нету, ты... Ты все, ты уже ничего не хочешь, да? Если что, надо будет бежать туда, что ли, прятаться под этот... Я не знаю. Бля, ну а чё музыка-то не прекращается? О, вон он, вон он, вон он! Блядь, где? Не в ту сторону, сука! Он там стоит. Охереть. Столько упыма. Бля, что мне делать? Похоже, обе дороги доведут туда. Вот, да-да-да, он тут. И каким хером? А может, к нему камень кинуть, а самому с той стороны бежать? Че? Да-да-да, пошел. Давай, братик, давай. Давай, беги. А, сука. Блядь, да что ж такое? А чё дверь-то не открывалась? Блин, мне эта канализация сегодня снится будет. Да, ребят, вы знаете, какие игры предложить. Совсем меня не бережете. Так, где? Я не пойму. Я так не понял, дверь на себя открывалась, или от себя, или вообще не открывалась. А где опиум? Ничего, идешь? Или сначала нужно туда подойти? А где он? Странно, он же в прошлый раз тут был. Я что-то не понял. Ну ладно. Нашим легче, видимо, игра поняла, что меня надо пожалеть, или я точно сейчас кони двину. И просто взяла и отогнала этого гада. Тихо. Так, я надеюсь, ты по лестницам не умеешь ползать?
Потому что вот сейчас ты, похоже, появился. Так, ну, по крайней мере, мы лезем наверх. Это уже радует. Это уже радует. После всех этих... Ох, ес, мы выбрались отсюда. Да, вот это да, блин. Вот это, блин, да. И чё, куда мы попадаем-то в итоге? Так. Охереть, тут дверей. 4 двери. Ладно, хоть не поддается. Нашим легче. Ага, сглазил. Так, это определенно куда-то ведет. Как и это, собственно говоря. Да и это, надо сказать. А нет, это к завалу ведет. Ну ладно, хоть так. Хотя бы одна из них никуда не ведет. Итого у нас два хода. Я надеюсь, ты не поднимешься за мной, непонятная страшная тварь, которая убивает менее страшных тварей, которых я все равно до усрачки боюсь. А, да, извините. Так. Ну что, просвечивать что ли? А, нет. Показалось. Так, опять до хрена трутниц. Да, очередной пазл, похоже, какой-то нас ждет. Давайте восполним фонарь. Маслица подольем в него. Почитаем блокнотик. 9 августа. Ты что мне оставалось? Александр. Все, отлично. Так, и давайте подергиваем за рычаги. Не знаю, что, конечно, по-моему, глупо это делать, но... Тихо. Не работает. Пары рычагов на верхнем этаже не работают, судя по всему, из-за каких-то неполадок в механизмах. Ваш кэп. Так, выходим отсюда. Вот хорошо, по идее, в этой комнате не так много места оказалось. Значит, нам остается только сюда идти. Блин, тут опять темень, конечно. Я подожгу вот так, чтобы мне, если я вдруг заблужусь, был ориентир. Тут около входа горит фонарик. А, здесь, собственно, дверь уже. Это что еще такое? Какая-то пропасть. Или, погодите, это лестница? Мы поднимались наверх только для того, чтобы спуститься вниз. Это очень круто, я бы сказал. Так, это не та ли винтовая лестница, которую я видел через решетки в тюремном блоке. Хотя какая разница, собственно говоря. Так, ну, видимо, она, потому что было похоже. Пойдем. Бочки. А, тут под лестницей наверняка что-то полезное есть. Сейчас посмотрим. Кто плачет, а? Да, ничего тут нет. Это печально. О! Это не печально, это здорово. Мы нашли, что искали.
Очередной флешбэк. Агриппа, только не засыпай. Ты чувствуешь шприц? Нет, ничего не чувствую. Александр? Да. Скоро я даже двигаться не смогу, да? Твоя жизнь в безопасности. Верю. Только что это за жизнь? Стоит ли так жить? Да, что-то тут вообще какое-то странное творилось в этом замке. Еще до того, как я сюда привез свою сферу. Ну, то есть не я, а Даниэль, естественно. Так, там у нас какой-то, я вижу, большой зал, похоже. Здесь у нас лаборатория, которая не поддается. Ну и ладно. А может ее молотком? Да на них вообще ничего нельзя применить, конечно. Нет. Так, ладно. Ладно, ладно. О, очередная лопата. Вот, скажем, в Condemned я с помощью лопаты мог всех поубивать. Почему же в этой игре лопата не является оружием? Хотя, казалось бы, можно так настучать лопатой. Так, блин, я запутался. Мне сюда надо. Хорошо. Так, ну ладно, я думаю, это прекрасный момент пока приостановить запись. Увидимся в следующих частях. С вами был Артур. Надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего. Пока-пока.